Здравствуйте, меня зовут Аня, и я являюсь координатором проекта «Электрополи». Я вам советую обратить внимание на этот проект при выборе своей вакансии, потому что здесь вы получите достойную заработную плату, хорошие условия жилья, приятную атмосферу в коллективе и, конечно же, хорошее отношение ко всем сотрудникам проекта. Кроме того, если вам все понравится, у вас будет возможность работать здесь до 3 лет и более. Меня зовут Евгений. В данный момент нахожусь в городе Новая Суль, в Польше. Приехал из Украины, с города Николаева. Работаем на заводе «Электрополи». Завод, значит, выполняет задачи по покраске автомобильных деталей. Работа, в первую очередь, физически довольно-таки нелегкая, поэтому, кто рассчитывает сюда ехать, будьте готовы к тому, что здесь не сладко. Но, в свою очередь, работа хорошая, коллектив дружный, все друг к другу хорошо относятся, начальство, в принципе, всегда идет навстречу, дают возможность дополнительного заработка, то есть это и дополнительные часы, и, возможно, работа по выходным, там, субботы, воскресенье. Задача, в принципе, кто попадет куда, на какую точку. Есть начальная точка, это завешивание деталей, вы завешиваете их сначала завешки, на завешке уже кидаете детали, они идут дальше по линии, проходят окраску, переходят на точку снятия. Соответственно, там детали снимаются, упаковываются, есть детали мелкие, которые уже упаковывают отдельная группа, потому что там нужны специальные знания. Есть детали, которые идут на дальнейшую обработку после покраски. Добрый день, меня зовут Александр. Я первый день сегодня на фирме «Электрополи». Мы приехали буквально вчера вечером, нас поселили в отеле, мы провели ночь, и сегодня нам сказали приехать в 10 часов на завод. Нас привез сюда куратор, нам рассказали, что мы будем делать, как здесь проходит рабочий процесс, рассказали, что где находится, выдали рабочую форму, рассказали о внутреннем раскладе именно на самом заводе. То есть человеку во всем процессе помогают. Его поселяют, его привозят куда нужно, его ознакомливают с процессом работы, с техникой безопасности. Firma Elektropoli zajmuje się nakładaniem powłok antykorozyjnych, rozmalowaniem proszkowym, głównie elementów metalowych dla przemysłu samochodowego. Z firmą EWL współpracujemy od 4 miesięcy. Generalnie jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Nasi pracownicy chętnie współpracują z pracownikami ze wschodniej granicy, chętnie przekazują im wszystkie informacje, udzielają wskazówek. Mimo drobnych barier językowych, staramy się, aby przekaz informacji był maksymalnie prosty, zrozumiały dla wszystkich.